Аноним. Мои волосы седые. Сидеть я начала рано. Первая седина появилась лет в 25, а к 30 уже активно. И с тех пор я красилась постоянно. Сейчас мне 53, и я практически полностью белая. Была. Я даже не знаю, когда это произошло. У меня уже корни заметно отросли, и я понимала, что со дня на день снова надо идти красить корни. Но вчера я размышляла о теле, о том, что оно нетленно, что оно все будет восстанавливаться и меняться, и кожа, и глаза. И у меня приходит мысль, а интересно, седина с волос тоже уйдет? И сегодня я слушала проповедь об усыновлении тела. Вымыла голову, взяла утюжок, чтобы выравнивать волосы, делаю пробор, смотрю, а у меня на 60% ушла седина и вернулся мой родной черный пигмент. Это произошло днем, пока я слушала проповедь. Сейчас вечер, и черных волос еще прибавилось. Это так явно и так быстро. Вчера утром я еще видела белые, абсолютно седые волосы. Я в таком восторге! Я хотела дождаться, когда у меня все волосы будут черными, но не смогла удержаться, и вот пишу сейчас. Спасибо огромное за твое учение, пастор, и за преобразование мыслей. Галина. Дорогой пастор, Андрей, Олечка, спасибо за эфир. Чудесно, восторженно, все реально. Как всегда, познавательно, хотя уже смотрю не первый раз. Но опять накрыло, опять вырубили минут на 10. Вот это реакция. Дух жизни действует во мне могущественно. Боль в пояснице прошла тотчас. Спасибо. Благодарю, благодарю, благодарю. Назгуль. Уже несколько месяцев я молюсь за родственников, ношу их в себе, погружаю в купальню, помещаю внутрь Галгала. И вчера мне сестра говорит, что ребенок ее заловки, который болен ДЦП и которому врачи давали ужасные прогнозы, вот уже 2 месяца как начал сидеть, ползать, не без помощи матери, но стоит на ножках. Хотя врачи говорили, что это невозможно и даже чуда не может быть. А сейчас доктора говорят, что эти старые снимки и данные анализов не могут принадлежать этому ребенку. И одно полушарие мозга было мертвое и иссохшее. А сейчас местами полушарие нормальное, живое. Осталось оживиться остальным участкам мозга. Слава Отцу Животворящему! Я продолжаю стоять в молитве за этого ребенка и за всех, кого ношу в себе. Айтбигба. Во время эфира сильно болела правая нога. После причастия отпустила, и боль ушла. Спасибо, дорогие! Благодарю вас, сыны Отца Божьего! Будьте благословенны! Это было мощно, поток был очень сильный. Все бурлило внутри и шевелилось. Помазание мощное. Спасибо. Я люблю вас. Катрин. Благодарю, Андрей и Оля. Во время молитвы у меня прошла боль, зажим в шее. С вечера ныло с левой стороны. Во время молитвы радостью накрыло. И ушел дискомфорт в шее. Вся слава Отцу. Аноним. Я недолго была в зуме, потому что было очень поздно, но за эти 5 минут у меня прошла головная боль. Я очень удивилась. 1000 спасибо Отцу и пастору Андрею большое спасибо. Было чудесно. Аноним. 19 декабря я упала. Сын повез меня в травматологию. Сделали 2 снимка, и оказалось, я сломала руку. До того, как сын приехал за мной, муж молился: «Держись того, что ты сын!» И тоже говорил: «Если ты сын, значит нетленная!» Ничего серьезного не произошло. И как раз, пока ждала сына, позвонила наша сестра Сауле. И тоже молилась за меня, высвободив помазание, вернув время за 5 минут до, говоря: «Ангелы тебя подхватили, ничего серьезного не случилось!» Я им говорила: «Хорошо говорить, когда не болит».
В общем, сказали, гипс не будем делать, он тяжелый будет. Купите в аптеке специальную повязку. Купили повязку, одели, едем домой. И тут звонит врач из травматологии и говорит, вас вызывает наш главный, хочет в другой проекции сделать снимок. Приехали туда. Народу было очень много, но этот главный врач тут же подошел ко мне и вместе со мной зашел в рентген-кабинет и, держа мне руку, снялся вместе со мной. Я тут же мужу говорю, это потому, что сын пришел. После сказал, 4 недели не снимать повязку и держать плечо неподвижным и обязательно сделать МРТ плечевого сустава, так как связки, скорее всего, порвались. На следующий день мы пошли в поликлинику по месту жительства для направления на МРТ. Наш хирург мне сказал, что я счастливчик, что у него такой же перелом, но у него стоят 18 штырей. А ты упала со своим весом и легко отделалась. Сказал, направление на МРТ даст после новогодних праздников. И вот спустя 20 дней, 9 января, мы с мужем идем снова к нему за направлением на МРТ. Но он мне сказал, чтобы я сделала контрольный снимок. Сделав его, обнаружилось, что МРТ делать не надо, у меня все срослось. Но что хочу сказать, повязку я сняла на следующий же день. С ней было больнее, и по дому все делала, и за рулем ездила, и внуков поднимала. Слава нашему Отцу! Все, чему учит нас наш дорогой пастор Андрей, работает. Спасибо, дорогие пастор Андрей и пастор Оля. Любим вас! Света, я уже 2 месяца как учусь у Андрея и Оли. Работала в одной богатой семье. Убиралась, гладила, меняла постели. А это 2 этажа с бассейном. Было очень тяжело за один день все сделать, но я делала. Когда начала вникать в учение пастора Андрея, я решила бросить у них работать, потому что тяжело, а платили мало. И вот 1 марта они попросили отработать у них, а 2 марта день рождения их дочери. Она меня уважала, и я ее уважала, поэтому решила, что помочь надо. Водителя в тот день они не смогли прислать, добиралась я сама, почти 100 километров, с пересадками. Значит, бегу на маршрутку и не заметила под снегом лед. С разбегу вверх подлетела и упала очень сильно. За 58 лет жизни никогда не падала так. Я сразу поднялась, дворники удивились, потому что был такой грохот, когда я упала. Поднялась и побежала дальше на маршрутку, не хотелось девушку подвести, так как они на меня надеются и никого не наняли. Бегу. И в это время говорю, ангелы, что же вы прозевали и не удержали меня? А говорю потому, что такая боль. Ребра сломаны, все тело болит. И говорю, отец, пусть теперь ангелы помогают мне работать. Села в маршрутку, разговариваю с отцом, со Святым Духом, с Иисусом. Провозглашаю все, что помню, как Андрей учил. Вижу, рядом со мной сидит Иисус и успокаивает меня. Место возле меня было свободное. И что интересно, на остановках заходят люди. Все свободные места занимают, а возле меня не занимают. Потому что я говорю, тут же сидит Иисус. Как они могут сесть сюда? Вот они стоя ехали, но рядом со мной не сели, потому что всю дорогу сидел драгоценный Иисус Христос рядом со мной. Успокаивал меня и лечил. Убралась я быстро, вернее, ангелы. Даже хозяева этого дома удивились. Быстрее, чем всегда, и все, что заказывали, сделала. Вот я им сказала, Иисус исцелял, ангелы работали, но они знают про христианство. Я за них молилась часто, когда они болели, и проповедовала. Они мусульмане, муж пил, бросил пить. Сын к христианству потянулся, ребра, и все исцелилось очень быстро, как раз по утрам. Были в прямом эфире молитвы. Когда война началась, помните, молились с Андреем и Олей и принимали каждое утро причастие. Обошлось все без врачей. Слава, слава, хвала Отцу нашему Небесному! И спасибо Андрею и Оле,
за вас самих, что вы есть у нас. Конечно, большое спасибо Иисусу Христу и Святому Духу. Огромное спасибо, что смогла со сломанными ребрами убираться, когда даже вздохнуть больно. Это что-то! Юлия. Вчера ночью моя двоюродная сестренка написала, что у них в доме, они живут в частном секторе, замерзла вода, так как у нас несколько дней мороз минус 26. Сегодня днем, примерно в 12 часу, я написала ей узнать, вода пошла или нет. Она написала, что нет воды, что она позвонила в водоканал, но никто не приехал. Описала похожую ситуацию соседей, что они сидели 2 месяца без воды и были трудности с разморозкой трубы и так далее. А я ей сказала: «У вас так не будет, у вас будет все хорошо, и вода сама пойдет легко». Еще написала, что ангелы все помогут, и все будет легко. Через 2 часа она мне пишет: «Вода пошла сама! Ура! Аллилуйя! Чудеса! Чудеса! Они не закончатся никогда!» Наталья. Дорогие Андрей и Оля, спасибо Богу за вас, за эти открытые двери, через которые Он имеет возможность мощным потоком сходить на жаждущих. И я попала, окунулась в Него мощно. Столько оков религии и вины слетело в один миг, а с ними ушли последствия жутких болей в кишечнике после лечения антибиотиками. Ушла боль в шее, это было воспаление затылочного нерва. Стараюсь слушать все ваши трансляции. Ура! Я нашла жизнь, а жизнь нашла меня. Смех вернулся ко мне. Хочу жить в торжестве и иметь нетление. Теперь я много чего хочу, и все мне под силу, потому что я дух животворящий. Надежда. В один из дней почувствовала боль в левом глазу. Собирался ячмень вылезти. Но я приказала этой декорации уйти вон, как учил пастор Андрей. На следующий день ничего не болело, даже намека не было. Слава Отцу! И еще. Сегодня отнесла документы на загранпаспорт для поездки на школу в Турцию. В МФЦ девушка-консультант все приняла. Исправила небольшие ошибки, все было легко и просто. Я перед этим сказала: все будет так, как я хочу. Все для сына легко будет. Так и получилось. Спасибо, драгоценные Андрей и Оля, за вашу любовь, за откровение. Все, чему вы учите, все работает. Слава Отцу! Благодарю от всего сердца. Марина. У меня был остеохондроз шеи, а еще я спину сорвала. И вот во время молитвы отец исцелил меня. Меня гнуло в разные стороны и повалило на пол. Была очень тяжелая слава. Это сегодня произошло. Включила запись с Татьяной. Хотели потечь. По-моему, это воскресное служение. Я когда в воскресенье эфир смотрела, мне так хотелось к вам, где все братья и сестры небесной цивилизации собираются. Просто так хотелось эту атмосферу папы почувствовать. Всех колбасит. Думаю: папа, как классно, я тоже так хочу. Ну и сегодня я это получила. Хотя я ничего не просила об исцелении. А отец, такой отец, он все знает. А Татьяна все засняла. Я об этом и не знала, чтобы показать другим, какие чудеса происходят. Супер! Слава Отцу! Аноним. Благодарю Бога, вас и команду ходатаев. Лед сдвинулся в наших отношениях после почти 8 лет перерыва. Открывается сердце, верю, что Отец, разрушив старое, дарует нам новое начало. Вся слава да будет Богу. Пусть Отец хранит вас и дает свою полноту и обилие. Светлана. Спасибо, дорогие. Неделю уже не болит позвоночник. Андрей, в прошлый раз вы тоже молились за позвоночник. Я мучилась 4 года.
И вот уже неделю радуюсь, не болит. Спасибо, отец. Аллилуйя. Нурия, хочу поделиться чудом, которое произошло вчера со мной. 3 дня не могла встать на ноги. Очень сильно воспалился седалищный нерв. Такая острая боль в пояснице, что даже дышать глубоко не могла, ни молиться, ни проповеди смотреть. Я постоянно слушаю Андрея. Телефон всегда включен, вдруг слышу. Андрей говорит, если вы даже не можете молиться, то начинайте дышать славой и выдыхать хвалу, хотя бы 10 минут. Я засекла время, лежа в постели, стала дышать очень глубоко. Первые минуты было очень больно и мучительно. Продолжала дышать славой и выдыхать хвалу. Буквально через 10 минут прошла боль, и я уснула. Утром проснулась, лежа стала дышать, встала с постели, боясь, вдруг эта боль вернется. Слава Богу, она не вернулась. Сегодня впервые за 3 дня вышла на улицу. И теперь, как Андрей сказал, всегда держать в фокусе, я дышу славой, научила соседку. Каждая мысль, высвобожденная Андреем, это шедевр, это мысль Бога. Спасибо вам, Божьи люди, Андрей, Оля. Сколько радости и счастья вы принесли нам, простому народу. Вы в любви и благоволении у Бога и у людей. Всегда молюсь и благодарю Отца за вас. Наталья. Сегодня заехала по делу к друзьям. А у мужа моей подруги болела голова 2-е сутки. Я очень дерзновенно приступила молиться за исцеление. Взяла лист с дерева жизни и приложила к его голове. И для себя я отметила, что у меня появилась уверенность в действии через молитву. При этом я понимала, что он не верит, что это не важно, потому что я пленяю в послушание Христу. Вечером я позвонила и узнала, что сразу после моего отъезда голова перестала болеть. Это благодаря учению, которое я черпаю из ваших каналов. Слава Господу! Татьяна. Несколько дней держалась высокая температура. Кашель просто забивал. Прослушала молитвы Андрея и кашель отпустил. Благодарность нашим пасторам Андрею и Оле за молитвы. Карлы Гаш. Вчера приехала ко мне племяшка, 4 годика, и ночью у нее поднялась температура. Молилась утром, ничего не происходило. Вечером сегодня опять поднялась температура. Она уснула, и через час я выхожу в прямой эфир. И во время молитвы я возложила руки на ребенка, сожгла огонь на нее, и стала температура сходить. Слава Иисусу! Прямо во время молитвы произошло исцеление. Спасибо огромное за молитву. Надежда, спасибо за ваши молитвы. Смотрю постоянно и получила много исцелений в теле. Выросли зубы и растут еще. Ноги, руки, колени, ногти – все исцеляется. Аноним. Вот уже 2 дня, как хожу, пришло полное исцеление. В Турции я тоже получила исцеление. У меня был сильно воспален лимфоузел под мышкой. Болела 3 месяца. И все прошло. Слава Отцу! Аноним. У моей родственницы был рак груди. Потом вроде бы ушел. Я еще была в церкви, и мы тоже молились за нее. И как будто ей стало лучше. Но потом пошли метастазы дальше, на позвоночник и на печень. Она была в плохом состоянии. Все родственники переживали за нее. У моего старшего внука должна быть свадьба, и она не хотела испортить эту свадьбу внуку. А свадьбу ждали почти год из-за ковида. Не разрешали проводить. Я посылала твои, Андрей, проповеди ей. И сама посылала на нее огонь, созерцала и выжигала огнем все эти метастазы. Это мне было открыто отцом давно. Но я не всегда этим пользовалась, хотя результат всегда был потрясающий. Так и здесь получилось. Мне отец показывал, что все будет хорошо, что она будет еще танцевать на свадьбе у внука. Так и получилось. Она полностью получила исцеление.
Врачи в недоумении, родные все в радости. На свадьбе танцевала, как я и говорила. И сейчас поправилась на 8 килограммов. Ей недавно было 50 лет. Она молодая и здоровая. Родные ей сделали праздник на день рождения. Сейчас она работает и радуется жизни. Светлана. Спасибо, спасибо, спасибо. Это у меня мочевой исцелился. Положила руки на живот. И так горячо было. Болел много лет. После операции. Болел так, что шевелиться невозможно было. Слезы из глаз. Я так рада. Благодарю. Ирина. Недавно заболела справа в яичнике. Очень неприятная боль. Отдавала даже в ногу. Я просто подумала о боли, о ее молитве. И тут же боль прошла. Слава папе! За вас, родные! Марина. У сына была температура, ему было плохо. Когда он уснул, я положила ткань спящему сыну на голову. А утром он встал здоровым. Ткань намоленная с торжества. Аллилуйя! Татьяна. Брат мой лежал 13 дней в больнице в палате, где самые тяжелые лежат. Состояние первые 3 дня было крайне тяжелое. То есть я каждый день к нему приходила, и 3 мужчин, которые там лежали, они ушли уже туда. И мой брат все это видел. И когда я стала ставить ему молитвы, вот ты, Нуржамал, молилась, Нуржамал. На моих глазах вот резко молитва до середины дошла, а он раз – включился. То лежал, смотрел в одну точку, потом как будто в мозгу лампочка зажглась. Он раз так повернулся, осознанно посмотрел на меня, и я поняла, да, все, включилось. И на следующий день врач сказал, что у вас резкие улучшения пошли. Рука теплая, нога теплая. Движения в ноге и руке сохранены, пальцы начали шевелиться, и вот такое у него было. Например, массаж делаешь, а у него как будто импульс такой идет и как током руку, ногу подбрасывает. То есть улучшения пошли сразу, и нас выписали с очень хорошими результатами. И вообще видно по нему. И врачи сказали, что здесь процесс пойдет быстро, и все восстановится. Что как будто у него не было таких глубоких поражений и нервных стволов. И, конечно же, слава Богу, вовремя молитва. Всем спасибо, кто молился. Сейчас он уже дома, довольный. И жена тоже говорила, что меня так напугали, что она боялась. И сейчас, в виде его, возросла надежда, что он у нас полностью восстановится. Татьяна. У моего пациента, Бекжана, тоже хорошие улучшения. Он очень доволен. Он изменился. У него внутренний стержень такой появился. Уверенности, что он молодой, красивый парень. И у него, конечно, интерес к девушкам. И из-за вот этого комплекса он всегда сторонился, комплексовал, но и был такой закомплексованный. И сейчас, когда он видит, что у него такие хорошие результаты, то он воспрял духом. И вообще видно, что у него жизнь изменилась. С 10 лет он начал страдать тем, что нервный тик у него был. Верхний плечевой пояс сильно передергивало, как током. Дергались все мышцы. То есть поворачивалась резко голова. И, конечно, был сильный дискомфорт. Вот это физическое состояние. И все. И он очень сильно комплексовал. И когда пришел на лечение, он тоже как бы хотел вылечиться, но не верил. И вот потом я поняла, когда пошла молитва, и пошли очень сильные резкие результаты, и последний раз... Вот 2 дня назад, когда он был, он уже пришел такой уверенной, с уверенностью, что все у него восстанавливается. И вообще такие хорошие результаты у нас, я точно знаю, что Бог исцелил его, и он будет совершенно здоровым человеком. Татьяна. Вот мой двоюродный брат, когда с сильными болями поступил в областную больницу, ему сделали КТ. Поставили опухоль головного мозга с метастазами. Его перевели в онкодиспансер. Там тоже 2-3 дня его обследовали и поставили диагноз. Рак головного мозга с метастазами. В операции ему отказали. Сказали, бесполезно, уже не жилец, и отправили домой. Дома у него были приступы сильные, по несколько раз вызывали скорую. Потом положили в больницу. Там тоже общую терапию он прошел. Но мы вот все это время молились, все молились. По
посылала молитвы Яковишина. Он лежал с сильными болями, судороги были, сильно болела голова, лицо все перекашивало. Но по всему было видно, что это не жилец. И прошло буквально 2 недели, как у него все прекратилось. Судороги прекратились. Сестра уже собрала всех родственников типа прощаться, что он уходит. И буквально еще неделя прошла. Они присылают мне фотографию. Я говорю сестре: «Наташа, он никуда не собирается. Он собирается жить долго и счастливо». И у него прошли все головные боли. Через неделю он поехал к врачам, и врачи так спокойно сказали: «Вам ошибочно поставили диагноз. У вас никакого рака не было». Слава Богу! Вот такие чудеса делает Бог. Вся хвала Богу за него. И еще, когда с братом это было, сестра написала родственникам в деревню. Он с 1958 года. Они все плачут. А я им говорю: «Чего вы плачете? Быстрее молитесь! Вот и оставлю вам молитва, молитва, молитва». И вот какой результат. Вообще супер. Хотя они до сих пор не верят, но все равно молитвы ставили. Но вы же сами видели, что с человеком было. Вы же возили его по врачам и слышали, что врачи говорили. И вот результат. Марина. На днях я обратила внимание, что у меня уже давно перестали неметь руки. От кончиков пальцев до локтей, из-за чего я плохо спала по ночам, не высыпалась. Я даже не могу вспомнить, когда произошло исцеление. Онемение рук было несколько лет. Множество лекарств я испробовала, что выписали врачи, и ничего не помогало. А благодаря нашим пасторам Андрею и Оле я получила исцеление, потому что постоянно слушала все проповеди и применяла нетление, помазание и все, чему учит пастор Андрей Яковишин. Люция. Когда были на торжестве в Алма-Ате, я просила пастора благословить мою поездку в Бишкек. Он благословил меня. Сюда я прилетела по программе «Российский учитель» за рубежом. Не проработав 2 месяцев, нам сказали, что организовывается конкурс, и вы все обязаны участвовать. Наш дорогой пастор снова помолился и благословил меня на победу. Когда нам сообщили, что из 450 участников 45 вышли в полуфинал, и чтобы выйти на первое место, требовалось собрать как можно больше онлайн-голосов, когда молились в группе, было слово: «Все ангелы голосуют за тебя». Мы благодарили Отца за это чудо. И вот вчера, на церемонии награждения, после награждения всех призеров и лауреатов из Москвы, в прямой трансляции объявляют победителя конкурса, лучшего учителя-международника, Сына Божьего, меня. Ура! Я победитель! Помазание работает, ангелы в движении. Огромное спасибо, дорогой пастор Андрей. Огромное спасибо, моя дорогая семья. Слава нашему Отцу! Наталья. Позавчера у меня стал каждые 3 минуты отключаться телефон. И я запаниковала. Раньше уже так было. Отключался, но не так часто. И я написала нужду в купальню. Ответ от папочки пришел в этот же вечер. Мне перечислили сумму стоимости смартфона. И на следующий день я получила деньги. Чтобы вы понимали мою панику, связь с вами, университет, я учусь через телефон, нас отправили на дистанционку, так как здание разрушено было во время боевых действий. Спасибо огромное! Спасибо за молитвы, за купальню. Самое главное, спасибо нашему любящему Отцу. Наталья. Так радуюсь, что нахожусь здесь, в семье, которую собрал Андрей. Отец такой чудесный. И вот сейчас, делая наброски карандашом, обнаружила, что мои ладони полностью покрылись блестками. Это так красиво. У меня это впервые. Жаль, нельзя видео отправить, но это так явно, и мне давно не нужно никаких доказательств и еще чего-то, что я иду правильным путем за Андреем. Мне не нужно даже пытаться навязать что-то обратное, потому что как есть Отец, который всегда ответит
и не даст усомниться. Спасибо вам, мои родные яковишины. Расширяйтесь, умножайтесь, процветайте, помазание на все, что вы делаете. Благословляю вас. Аллилуйя. Баха. Недавно подала заявку на конкурс от Астана Опера по своей номинации «Современное искусство», куда меня прямо очень зовут, хотя бы на один день. Вот якобы мне в перформансе равных нет в Казахстане. Вот я и думаю, может, я победитель, раз так зовут. Выигрыш 2 миллиона тенге. Так вот, я очень хочу попасть на сцену Астана Опера, но это 2 дня в дороге, а мне 2 проекта надо до 29 декабря закончить и сдать, а у меня конь не валялся. Что делать? Ангелам поручить? Везде хочется, все надо. И вот, об уединении. Мы были в доме, где связь была плоха, и со вчера у меня телефон молчал. Сегодня мы говорили и молились, преломляли хлеб, и за столом Нуржамал сказала: «Ребята, ждите, на этой неделе будут чудеса». Я такая: «О, классно, интересно, у кого что будет?» И пошла после обеда прилечь отдохнуть. Взяла телефон, а там с незнакомого номера пишут: «Поздравляю вас со званием финалиста национальной премии «Умай». Лауреата в вашей номинации определят на церемонии вручения, которая состоится 23 декабря 2022 года в 19:00 на большой сцене Астана Опера. Пожалуйста, подтвердите возможность вашего присутствия на церемонии. Заранее благодарю, с уважением, Екатерина Яшкова, исполнительный директор национальной премии «Умай». Ну не чудо ли это? Спасибо, отец! Инна. Лет 20 назад сломала мизинец на правой ноге. Он неправильно сросся, и между мизинцем и соседним пальцем нарастала мозоль и болела. Приходилось периодически срезать. Уже как-то привыкла к этой боли. 2 года уже смотрю и слушаю все проповеди пастора Андрея. А тут на днях заметила, что мизинец не болит. Слава отцу! Он убрал эту декорацию. Отец! Он такой отец! Обожаю отца! Нурия. Моя сестра родная работает в Москве в кайтеринг-компании. Это банкетные обслуживания по Москве, то есть каждый раз повара разные. И каким-то образом нашла ее женщина, с которой пересекались последний раз 5 лет тому назад. Эта женщина сильно плакала и говорит: «Татьяна, прости меня, если чем-то обидела». Сестра моя не поймет, в чем дело. А выясняется, она собралась умирать, и поэтому у всех просит прощения. 2 раза очень тяжело болела ковидом и никак не может прийти в себя, уже с постели не встает, сон приснился ей, как похоронили. Сестра моя, конечно, поддержала ее и скинула ей проповедь Андрея, а на следующий день она звонит ей радостная, счастливая, благодарит и говорит: «Как только начала слушать проникновение, вошла в меня радость, ощущение какое-то, которого у меня никогда не было. Пришли дети и не поверили своим глазам. Мама, которая собиралась умирать, живая и радостная». Моя сестра и говорит: «Ты понимаешь, через Андрея с тобой общался Отец Небесный. И вчера они вдвоем обслуживали какой-то корпоратив. Человек, который собирался умирать, находилась в таком глубоком депресснике и страхе, вдруг услышала, что она вообще никогда не должна умирать. Вот это действительно благая весть. Можно считать воскресло. Слово Божье живо и действенно. Андрей, родной, любимый, дорогой Сын Божий, каждое слово, высвобожденное тобой, имеет силу и власть. И неважно, когда оно было высвобождено, слово жизни подняло эту женщину, наполнило ее жизнь радостью. Спасибо Отцу за вас, за всю небесную цивилизацию». Екатерина. Дело было в Турции. В последнем эфире, когда Андрей начал молиться, сверху находился дрон, и через него я увидела руку отца. Все стояли в таком положении, что рука отца явлена была. Посмотрите, именно ладонь с пальцами прямо там.
все можете это увидеть. Включите еще раз и увидите. Это, видимо, произошло для всех, кто в записи смотрел, тем более кто был там. Спасибо, Отец, и вся небесная цивилизация, вам спасибо. И Отец вам говорит спасибо. Время трансляции с часу 34 минут по час 34 минуты 12 секунд. С высоты дрона всего 10 секунд. Ясно видно, явно. Вера. Мой сын Дима, ему 9 лет, недавно пожаловался на зрение. Начал плохо видеть вдаль. Когда он смотрел вдаль, было расплывчато и нечетко. Мы записались к окулисту. Врач начал осматривать. Было минус 5. После капель было плюс 5. Но все равно видел расплывчатость. И выписал нам капли для глаз. Но у меня внутри был отказ от этих каплей. Они очень дорого стоят. Я не сдавалась, молилась и провозглашала. И вдруг моя сестра Надежда сказала, что есть Андрей Яковишин, который ведет о сыновстве. Я и мой сын смотрели душевную связь и провозглашали молитву, и принимали преломление хлебом. До этого еще было видео о душевной связи, и сын сказал: «Мама, я шел домой, и ко мне вернулось зрение. Я вижу вдаль, нет больше расплывчатости». Слава Иисусу! Аминь! А я недавно у вас. Аллилуйя! Мария. Сынок ночью в субботу приболел, все рвало. И в эту ночь мне приснился сон, что Андрей говорит мне: «Дуй». Я стала на своего сыночка дуть. Потом сынок повторял, что он дух животворящий. Давала один раз лекарство от температуры. И сегодня мы пошли в садик. Я благодарна Богу за Андрея, ведь курс ходатаев – мощный курс. Один урок подтвердил мой сон. Вроде раньше слушала, а, видимо, со временем из памяти много улетала информация. Но спасибо за YouTube, где можно по несколько раз слушать и напоминать себе, кто я. Не умничай, ты все видишь и слышишь. И так далее. Да все курсы бомбические. Наталья. До сегодняшнего дня, как я уже говорила, я была немного в небольшом подозрении ко всему, что у вас тут происходит. Я давно молилась папочке, чтобы он послал мне наставников, которые бы помогли мне понять, кто я в отце, научили бы, как надо правильно использовать все, что предлагает нам наш отец, пребывающих в нем. И я очень боялась ошибиться, пойти не тем путем. Бог говорит дважды. И я вчера получила подтверждение того, что я в нужном месте, где меня научат контактировать с отцом и восхищать то, что для меня он приготовил. Мой рассказ не такой, конечно, как тут многие пишут, но очень значит для меня. У нас в церкви проходят уроки, мы только начали, и это продлится долго, но суть не в этом. Вчера была тема ходатайства, молитва, ее принципы и как правильно научиться слушать Бога. Неделю слушали, и вот практика. Мы сели с сестрами своей группы в кружок и, взявших за руки, стали молиться. И по плану обучения входить в Божье присутствие и слышать, что Бог покажет, и понять, что Он хотел этим сказать. Нас было четверо. Одна увидела в открытом окне в чистом небе под дуновением ветерка двух голубей и слова «свежее и новое». Я увидела высокую гору, на которую я смотрела снизу вверх, и услышала местописание: «Возвожу мои очи к горам». Третья увидела слова: «Кто я?». Четвертая услышала: «Вникай в себя». Мы, конечно, попытались сами все объяснить, почти получилось. Осталось только вопрос: кто эти два голубя? Утро мое началось со свидетельства Оли, когда она рассказала о своей жизни и о том, как попала в церковь, и о своих чудесных исцелениях. Следом я включила водный курс созерцания. Меня чуть не порвало от услышанного. Андрей говорит о наших видениях. Почему мы поднимаем глаза, когда хотим заглянуть в себя? И я понимаю, вот оно новое, вот оно свежее, о чем говорил Дух.
Ответ на вопрос, кто я, очевиден. Я сын. Я дочь Отца Небесного. Остались два голубя. Теперь я вижу, кто это. Это вы, Андрей и Оля. Вероника. Хочу в это утро славы поделиться радостью. Более 2 лет назад появилась странная боль в моем хорошем правом глазу. Зрение стало падать очень быстро. Врачи назначили весной повторное, платное и для меня страшное обследование, от которого я повторно отказывалась. Пастор молился на всех наших встречах за глаза, а я всегда все принимаю лично, даже на то, где все хорошо и что не болит. Вот слышу на днях эфир повторно, и там вновь молитва за глаза, а я обнаруживаю, что боли нет. Благодарю! Любовь, любовь, любовь в ответ. Анна. А я тоже подтверждаю, что ушла от принятия гормональных таблеток после того, как пастор Андрей сказал, что гормональная система проходит в норму. Я взяла это слово и оделась в это слово. И перестала употреблять гормоны. И все пришло в эталонное состояние, как создал меня Отец. Спасибо, Отец, за то, что исцеляешь нас устами пастора Андрея. Ольга, я нахожусь на 9-м месяце беременности, уже со дня на день рождения дочки, и прихватила межреберная невралгия. Очень было трудно дышать от боли. Но при прослушивании в записи утреннего эфира Оли и Андрея, когда Оля зачитывала свидетельство об исцелении, у меня все прошло, исчезла боль, и в теле появилась легкость и большая радость. Спасибо большое, Оля и Андрей. Райхон. В воскресенье вечером дочь сказала, что у нее обе руки сильно болят. Уже 2-й день от плеча до локтя, и левая, и правая. Я хотела чуть позже помолиться, а пока думаю, дай одену ей на голову материю, типа платка, что была среди вещей, которые я брала с собой на уединение в Алматы 3 дня назад. И она проспала в ней всю ночь, а на утро боли исчезли. Она сама это поняла и сказала: «Мама, хорошо, что вы мне одели платок на голову, намолены, и поэтому боли ушли, и руки не болят. Вот так». Вот такие чудеса! Аллилуйя! Слава Отцу! Спасибо, Нуржамал, молитвы, помазания, за высвобождение помазания на вещи, за любовь, спасибо вашей супер-мега-команде, за молитвы вашей команды. Спасибо, Отец, за Андрея и за Олю. Также и в августе соединения через намоленные вещи и елей приходили, происходили и происходят чудеса. У сестры несколько лет уже болели ноги, обе коленные чашечки, а после того, как намоленным бинтом завязала ей ноги, и она проходила с ним буквально несколько дней, боль чудом ушла. Теперь бегает, как девчонка, а ей за 50. Спасибо, пастор Андрей и Оля. Отец, водите на злачных пажитях, где все легко и наслаждение. Лидия. Мне с утра было очень плохо, схватила межреберная невралгия, не дышать не могла, не лежать, но решила послушать эфир. И как только Оля начала зачитывать свидетельство и дошла до свидетельства про исцеление спины, у меня хлынули слезы, и все прошло, абсолютно все. Спасибо Оле, Андрею за такое помазание, и спасибо вам, что скинули мне этот эфир тогда. Но и мне тоже спасибо, что не поленилась и с верой посмотрела его. Это от одной моей девочки. Я про нее рассказывала. У нее был страх забеременеть. Мы молились, и сейчас ей скоро рожать. Я их с мужем на Андрея подсадила, так как муж мой сейчас все эфиры слушает, меч Соломона проходит. У него вообще мышление поменялось. У старшего сына фобии были, прошли. Элеонора. Я из Одессы, жила в центре города, в коммуналке, в полуподвале, где ремонт мне делали 50 лет. В итоге провалился пол, и жить уже нельзя.
Мой внук снимает квартиру в новом высотном доме на 15-м этаже. Он взял меня к себе. Так вот, я молилась, чтобы продать эту комнату за приличную сумму. Спасибо отцу, как сказала, так и продали соседу по коммуналке. А сегодня случилось особенное чудо. В доме по трое суток нет света, а если дают, то ночью. А продукты мне купить надо. Мне 84 года, лифт без света не работает, а по лестнице идти сил не хватает. Я утром молилась и утверждала: «Отец, я твой сын, и должно быть так, как я хочу. В 10 утра должен быть свет, чтобы я спустилась, а в 16, чтобы я поднялась на лифт». И было так, как я сказала. Удивительно, что свет был только в те моменты, когда нужно было мне, а в доме света не было. Это действительно чудо. Отец, ты такой отец. Спасибо отцу за Андрея и Олю, за то, что научили нас быть сынами нашего бесконечно любимого отца. Слава ему, слава. Ольга. Неделю назад просила ходатайств молиться за мою начальницу бывшую. У нее отказали ноги, и еще была зависимость от алкоголя и депрессия. Так вот, позавчера она встала, пошла на кухню, сварила бульон, улыбалась, шутила. А сегодня дочка с мужем поехали за ней из Киева, забирают к себе. Это чудо, и потому, что до этого полтора месяца она мучилась и ничего не решалась. Я так благодарна нашим ходатаям. Это действительно молитвы с престола, управляющие и дающие выход из проблем. Спасибо, любимые. У меня просто нет слов. Такая радость и легкость от решения этой ситуации. Анна. Мой сын сегодня получил позитив на модный вирус. Была очень высокая температура и кашель, и нос закрыт. Дышал тяжело. Я включила трансляцию пастора Андрея, где он молился за исцеление. Я почувствовала, как густая слава потекла через меня в сына. Я положила руку на голову, и отец высвободил для моего сына столько помазания, что мы оба в трансе. Сын заснул и через 2 часа проснулся совершенно здоровый. Слава, отец, тебе! Я люблю тебя! Спасибо за пастора Андрея и Олю. Майра. Я молилась за моих знакомых. У них долго детей не было. Всегда отправляла им проповеди нашего пастора. Смотрели они или нет, не знаю. В очередной раз отправляю сегодняшний эфир «Утро славы» и пишу пророчество. У вас будет сын. Смотрите и принимайте. А в следующий раз он пишет, что жена родит уже через 2 месяца. Аллилуйя! Аминь! Отец, такой отец! Благодарю Андрея и Оля за прекрасные чудеса. Дорогой друг, если ты хочешь, чтобы наше откровение и сила Божия охватила весь континент и всю землю, ты можешь участвовать в нашем служении следующими способами. Первое. Поделись данным видео в своих страничках в соцсетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео. Третье. Участвуй в этом своими финансами. Для этого ты можешь нажать кнопочку «Спонсировать» под видео и заполнить анкету спонсора, исходя из своих финансовых возможностей. Либо перечислить свои финансы по реквизитам, указанных под видео. Мы благодарим тебя за твой вклад. Небесная цивилизация – это семья и команда.